По строителю на каждый квадратный метр творчества. В рамках подготовки к фестивалю театров малых городов России по инициативе и финансовой поддержке нашего земляка Вячеслава Володина в Вольском драмтеатре, который будет принимать гостей, начался капитальный ремонт. На строительной площадке в очередной раз депутат Государственной Думы Николай Панков проверяет, как идут работы. Подрядчики обещают, постараются уложиться в срок. Но у парламентария есть опасения. По ходу строительства возникает много вопросов, решение которых находится в компетенции профильного регионального министерства. Министр культуры здесь жить должен. Вот так эти вопросы решаются. Если уж у вас денег нет, возможности нет, так орг вопросы возьмите на себя. Я понимаю, что это не ваша и не ваша задача. Ваша труппа одна из лучших в стране. Но чиновник должен обеспечивать вот эти вот вещи. Вплоть до того, что организовать сюда тех, кто желает увидеть уникальные театральные постановки, жителей других, в том числе и отдаленных районов губернии. Ведь столько было приложено усилий завоевать право провести у себя такого уровня фестиваль. И такая безответственная позиция регионального министерства культуры просто недопустима, уверен парламентарий. О проблемах в этой сфере говорит уже в местной библиотеке. В пример Николай Панков приводит точно такую же встречу с работниками культуры, только соседнего Воскресенского района. Там и вовсе сложилась вопиющая финансовая ситуация. Значит, меня волнует вопрос выплаты заработной платы работникам культуры. С февраля прошлого года у нас начались какие-то КТС-ки, там, я не знаю, через суды, через прокуратуры, задержки на полтора, на два месяца. В прокуратуру только в прошлом году поступило несколько жалоб на невыплату зарплаты от работников культуры Воскресенского района. Ситуация крайне возмутила парламентария. И вот в отношении культуры у меня возникает ряд вопросов. В Воскресенском районе по 3 месяца заработную плату не платят работникам культуры, и все молчат. Понятно, что район, он боится какие-то предложения сказать. Я приехал, говорит, Николай Васильевич, нам деньги не платят. Пользуясь случаем, находясь именно в учреждении культуры, пускай оно будет районное, но обращаюсь все-таки к министру культуры Саратовской области. Вы, пожалуйста, займитесь наведением порядка и социальным спокойствием в учреждениях культуры. Проблему депутат Государственной Думы Николай Панков взял на контроль, отметив, что в таких случаях представители регионального министерства культуры как минимум чаще должны бывать в районах и решать проблемы людей, а не перекладывать свои прямые обязанности на муниципальные плечи. Екатерина Заграничная, Денис Злобин, Саратов, 24.